Нет, леди сами Shadow Freddy, и из предыдущего ра... Нет, леди сами Shadow Freddy, и в предыдущий раз Балди немножко расстроился, то что мы не смогли решить его примеры и выиграть его в его же собственной игре, поэтому он решил немножко изменить правила. Дамы и господа, добро пожаловать в игру Five Nights at Baldi's Redan. В этой игре мы будем играть во FNAF с Балди, или нет? Короче, погнали. Итак, Classic Schoolhouse, Demo Schoolhouse и Plus Schoolhouse. А, локацию. Прикольно. И выбрать ночь. А, я думаю, что с четвертой будет самый раз. А, ты можешь кастомизировать ночь с самого начала. Да, тут, кстати, прикольно очень сделано. Тут мы как бы, как в Ultimate Custom Night, нам дают возможность посидеть и пофаниться. Так, извиняюсь. Я ничего не знаю, ничего не понимаю, но нас уже докучает Фонгай. Слушаю. Не слышу. Так, а что это за радар? Я не понял. Это что за читы у нас тут такие? Также у нас тут сразу первый приз, что я вижу. Понятно. А где Балди? Где он, собственно, персоны? Так, а мне нужно собирать... Собирать блокнотики. Мир большой. Класс тупой. Так, окей. Энергия, кстати, не бесконечная. У нас уже практически все. И нас просят запоминать, помнить о переработке своей еды. Будем помнить правила. Ту-ту-ту-ту-ту. Надеюсь, в правилах нету не пародировать директора. Я ж не со зла. Хотя тут же есть правила. Когда ты в школе, следуй правилам, не бегай. Я, собственно, и стою на месте. Хотя, может, и... Хотя, может... Так, свалите, где вы там? Где вы? Так, я не... Что летсплей? Так, уже начинается. Так, мне не нужно беспокоиться. Чё это я сразу? У меня же есть KFC. Так, ну это, кстати, вентилятор тут есть. Хорошо, но нету носика. Так, окей, я что-то по правилам Нептуна сейчас твержу о FNAF пародиях, хотя, господи, да и так понятно, она шикарная. Горит, ты должен знать лучше. Да, конечно. Ой, да что так, ой, спасибо. А, уйди, 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 нечистый, уйди. Что мне сделать? Что происходит? Что произошло? Так, окей, ничего не понятно, но очень, как говорится, интересно. Что будет дальше? А, надеюсь, будет дальше факт того, что мы выживем. Потому что Балди уже скоро... Вот он уже на подходе. Долго он как-то к нам шел и... я согласен с тобой. Нет, не согласен на самом деле. Так, давай-ка мы... Наверняка он будет как Фокси действовать. Логично. А, все, он подействовал. Так, первый приз... А я ни с кем не хочу играть. Так, короче, что-то мне не дают никто сказать. А я нет. Говорит, чел, устал он. А мне что, весело? Кстати, прикольно, в одном и том же стиле сделаны рычажки. Что есть, хорошо. Не просто какие-то свистнули там штуки, а просто взяли и нарисовали, сами сделали. Даже стиль такой придумали. Ну, придумали. О, кстати, я нашел... Хоткей камеры, которым я, наверное, буду пользоваться, потому что это S. Не моя и не предпоследний ранг в Пицца Тауре. Нет, это клавиша. Так, постой. Мне кажется, или чем больше мы сидим тут, тем больше идет Балди, точнее, тем быстрее. Мне кажется, нет. Их... Нет. Я ничего не... Уйди, гава! Уйди, уйди, нечистый! Когда на... Вот от этого уже нужно спасаться таким способом. Так. Так. Тише, тише, спокойно, спокойно. Люди и не... А я тебя нет. Так. К нам приперся первый приз, надеюсь. Нет. Нет. Тебе никаких моих обнимашек. Я понимаю, что ты крутой, забавный, но я...
Это тебе no pass. You shall no... Да, блин! Так, окей. Я тебя достану, Валди. И ты мне в этом не помешаешь. А хотя это ж твоя главная работа. Ну, окей. Дай-ка попробуем еще раз, но уже на другой карте. Плюс школе. Четвертая ночь. Снова четвертая ночь. Почему четвертая? Потому что четыре... это не то, до скольки мы должны дожить. Я логику очень хорошо учил в школе, потому что у нас ее хорошо преподавали. Так, и чем она отличается? Правильно, собственно, ничем. А, не... Ясно, ясно, понятно. Могу я собрать это? Окей, я думаю, что... Давайте-ка осмотримся в этой нашей новой школе. Точнее, она какая наша? Она не наша, она Балди. Он же говорит, welcome to my school house. Значит, это его school house, типа дом, школа. Окей, я знаю, что у меня логические следственные связи прям на высоте. В этом вы уже убедились. И оки-доки. Я хотел бы знать один простой факт. Где все... Да и не только этот факт. Я хотел бы знать еще факт, где я. А, это уже второй факт. Третий факт. Как они будут перемещаться по этажам. И четвертый факт. Выживу ли я вообще? Давайте же это мы и узнаем. Ура! Я прошел этот! Блин, там 1% был! Ура! Спасибо! Спасибо! У меня ушли годы подготовки, тренировок. Ладно, окей, я просто что открыл эту игру. Поздравляю, ты прошел ночь. Но тебе нужно пройти каждую, в каждой локации. И ты должен завершить кастомную ночь. И вообще ты должен накнуться раком и скрутиться в крендель. Окей, это звучит многообещающе. Так, окей, и что мне делать? Что ты мне прикажешь делать? Окей, я полагаю, что я, собственно, последую одному из его советов. Пойду в Custom Night. Итак, что мы здесь имеем? Во-первых, несколько аниматроников, которых я до этого не видел. Так, с вами, ребятки, я знаю, как бороться. О, даже так? Это хулиган, который будет к тебе в офис прямо надвигаться. Когда ты, он появится в двери, просто закрой к хренам собачьим. Окей, давай-ка, тут есть какие-то... Да, тут есть определенные челленджи. Максимально это 10. Baldy Knight, Dangerous. Чем они опасны, я не знаю. Надоеды. Играющие. Учитель и... Точнее, директор и... Вечериночка, угу, да, время до зачистки, так, хулиган Балди, ночь Тормоли, что? Короче, все не кастомные на десяточку, вот такие вот. Так, и давай-ка, кстати, Shadow of Null, тень пустоты, так, окей, первый приз, так, давай-ка мы фигам все это зачистим. А, нет, нельзя так. Ну, окей. Давай-ка посмотрим на, собственно, новых аниматроников, которые мы не видели. Shadow Baldy будет периодически появляться и вызывать галлюцинации на экране. Когда он это сделает, просто нажми на ПК или на мобилках на него. А, то есть, да, эту игра еще на мобилках... Фу, блин, на мобилках есть, что есть прекрасно. Все могут в нее поиграть. Null makes his... Ага. Он, короче, к себе прямо в офис. Ты должен на него смотреть так долго, как можешь, чтобы отослать его обратно. Если он дойдет к тебе, то украдет твои часы. И чё? Типа, будто бы не это проблема. Окей. Бин. Бобы делают свой путь к тебе в офис прямо. По камеру. Чтобы... от него избавиться, короче, закроет дверь. Так, если ты не закроешь, то он тебе плюнет в лицо. Понятно. И Place Face двигается к тебе так же, как и остальные, но надевает на камеру Place Holder. Ну,
на камеру placeholder называют, когда он рядом, блокируя обзор. Когда он достигнет офиса, смотри на него, пока он не уйдет. Звучит просто. Давай-ка попробуем этих новых чувачков на десятку поставить. Ну-ка, справитесь ли вы, звездные гости? Или же я получу перелом кости? Так, окей. И, кстати, плохо, что мне не выдали возможность выбрать, дамы и господа, офис. Я бы хотел бы крутой демо-офис. Ну окей, наверняка мы его еще увидим. Кстати, это классический офис. Так, ну что? Кто у вас? Кстати, я также помимо хоткея камеры узнал хоткей для дверей. Это Е для правой, Q для левой, соответственно. Так, ну пока никого не вижу. А, услышал, зато. Да, я хочу крутое. А ты вроде как не Джером. Так, тише, я ж нажимаю на тебя, нажимаю. Ты что, дядь, ты что, я ж на тебя нажимаю, ты ж... Или как, или что, ты какой-то непонятный, тебя найти надо. Чел, что-то ты какой-то непонятный. Я понял, что ничего не понял. А, кстати, ночь 6. Ночь номер 6. Вот почему, кстати, их основных было 5. Ровно 5. Потому что 6-я это кастомная ночь. Так, placeholder. А ты что делаешь? Ты зачем? Замечательное кое-что он мне хочет показать. Так, давай-ка мы... Уйди отсюда. Нужно на него просто нажать, как мы помним. Окей. Пока что все понятно, ночь безумцев. Так, на самом деле я не помню, но, по-моему, был какой-то такой челлендж, связанный... Так, снаряд летит, не долетел. Так, кафетерии. Мы, кстати, на самом деле, это даже, я бы сказал, более intense, чем... более круто, чем... чем... четвертая ночь, потому что что-то происходит. Так, на тебя нужно смотреть. Пошел отсюда, пошел обратно. Пожалуйста. Извиняюсь за то, что я был грубоват, но прошу тебя уйти. Я хочу жить просто. Просто знаешь, жизнь прекрасна. Даже если у тебя нет двух рук. С двух рук в одни ворота. Так, и на самом деле реально тут все, если так разобраться просто, что-то сложно. Тут даже нету, не знаю, живой шоколадки. И ты что, только на одной камере сидишь? В кафетерии? А, его все еще нет. Этих бобов. Кстати, вкусные бобы давно не ел. Хотя, после них, как говорится, невкусно, а после вкуса. Так, что это, я не понял. Уйди-ка, говорю. А! Окей. Это было... Крайне увлекательно, да, Балди, ты так не скажешь? Окей, и я думаю, что на этом можно заканчивать. Большое спасибо тебе за просмотр. Всего тебе самого наилучшего. Увидимся в следующей серии новых, крутых, офигенных видеоигр. Пока, короче.